О, Привет, привет! привет! С вами Радмит Верзир. Итак, начинаем. Let's play. Так, мы включим выживание. Так. А, не, мы включим сервер. Креатив, в общем. Пока в креативе мы. Так. 3, 2, 1, 0. Let's go! Хе-хей! Привет всем! С вами Радмит Верзир. И... Ой, забыл. Итак. Итак, кое-кто забыл у нас включить камеру. Эдгар Лакрич. Мы его можем... Пока камера, он не включен, его... Получай по щам! На, по щам тебе! Получай! Бежим! Зараза, теперь бежим! Спасаемся, бежим! Бежим, чтоб самом... Нет! Фу, и выжили. Ага. Итак, мы играем в Майнкрафт. Так. Где ты? Куртуэс и Эдгар? That's a lot, baby. This is the Russian. It's the Malkovi, but... Барбана, миссис Далкс. Итак, так. Мне нужно будет... Так. Мне нужно будет какое-нибудь поле, так. Поле. Так, главное, чтобы... Где он? А вот он. Сейчас мы... Спрячемся. Так, где он? Так. Так, мы сейчас будем строить что-нибудь. Так, нам нужно будет лестница обязательно, камень, булыжник нам нужен будет. Во. Так. Булыжник. Так, булыжник. Так, мы тут быстро построим что-нибудь. Сейчас я вам покажу Фредди. Сейчас, кажется, у нас тут хочет Фредди показать мне. Мой мод. Хоть подержи. Ладно. Нет. Я шучу. А я не шучу, я сейчас его выпущу. Так, двери мне нужны будут. Так, построим что-нибудь. Так, здесь двери построим. Построим у нас. О. Отлично, у нас готов. Так, мы вниз будем бункер строить. Бункер Гитлера. В общем, моя цель, в общем, построить бункер Гитлера. Сейчас мы будем, в общем, раз. Опускаемся под землю глубоко. Так. Так, главное, чтобы никто меня не запалил. Что я тут делаю? Я чувствую, кто-то там строит что-то. Сейчас, тихо. Нюк. Индустриал ТНТ. Так, кажется, у меня тут... Так, смотрим вокруг. Где он? Ну, в общем, хрен понять, где он. Эу, куртуэсы! Без понятия, где он. Так, смотрим, где он? Я его не вижу. А вы видите? Лиса. И только у них ничего. Так. Ужас, бриллиус. Окей. Сейчас мы... Так. Не раз бриллиус. Но не бриллиус, а... Там узвал.
Esses testes que calcular VLM no PCP. Пацан PCP стоит. Что-то он там Invision что-то делает. Ладно. Мы пока он. Пока он что-то там Invision, что-то невидимую стенку что-то строит, мы пока же займемся чем-нибудь полезным. В общем, мы начнем строить ЖД, железную дорогу. Итак, я давно хотел уже видео снять прямо про железную дорогу, что-нибудь там. Так, мне нужно будет... Итак, мы ставим redstone, продвигаем redstone, и... Так, убираем redstone. Так, мы проделываем дорогу, я думаю, до скалы, вот тут вот. Так, мне надо вот поворот направо так сделать. Эхо-хо-хо-хо. Так. Прямо. Убираем цветы все эти. Грибы галлюциногенные, в общем. А, нет. Так, мне вот поворотник. Чё поворотник? Ну, так. Это грибы мы можем кушать. Кушать галлюциногенные грибочки. Так. Глюк. Так, ладно, будем строить. Что я хочу построить? Вам сейчас я тут устроим немножко. Так. Допустим, так. Допустим, вход будет сюда. Допустим, так. Поворот. Допустим, здесь у нас поворотик будет. Допустим, сюда у нас так вот. Так. Здесь мы строим, так, построим redstone блок и дальше ведем сюда его. Здесь мы тоже проводим в эту сторону. Итак, сюда построим туда redstone тоже блок. И сюда тоже мы так соединяем. Тут мы так redstone блок. Так, вот, все готово. Отличненько. Итак, у нас идет рейсы и прямо упирается в нас. У нас упирается прямо в скалу. Итак, мы сносим все это. Так, где он? Ну, я в ТП не могу, к тебе. Да-да, я слушаю внимательно. О, привет, Эдгар. Но не брелос. Зим цель, который нона. Торли дошен. Ну, я не могу. Так... Иди пожать. Итак, мы строим... что мы строим? А мы что-то строим. Сейчас мы будем двери для вагонеток строить. Ну, то есть... Вагонетку, ну, как бы... Двери... Вход для вагонетки. У нас тут... Тут вагонетка, в общем, из дома будет выходить. Так, это мой... Так, это мой... Бункер, который еще будет строиться. Мы сейчас... У нас не бункер. Погоди. Если я могу... Так, мы где-то в лесу застряли, в общем. Итак. Пока он там что-то там строит, мы будем свое строить. Итак, я уже настроил. Итак, у нас тут рельсы нужны будут нам. Мы как взяли Redstone. Красный Радиан. Блок Redstone. Да-да. Нашел меч, куда я настроил. Итак, и нам нужно будет, конечно... Так, липкий поршень нужен будет нам.
Липкий пошин надо. Я уже. Так, я липкий уже пошин. Свою работу. Липкий я пошин уже... поставим так. И еще один липкий поршень поставим. Немножко поставим. Ой. Липкий поршень вот так и вот так поставим липкий поршень. Да. Я уже кончил свою работу. Отлично, что кончил свою работу так. Тут построим так. Так. Тут убираем все. И нужно будет все это дело подключить нам. Так. Все это дело надо будет подключить. Сейчас мы... А, я понял, откуда это все дело. Тут эти самые гадюки. Так, из блоков. Так. Нам... Красная пыль нам нужна будет. Так, красная пыль нам нужна будет. Ну ладно, может камень. Ну ладно, какая разница. Будем из камня строить. В общем, тут мы подключаем. Так, 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 так. Тут вода. Вот что я не... Что я не люблю, это воду. Больше всего в Майнкрафте. Вот. Ой, тут ночь уже наступила. Нам ночь нужна, нам нужен день. Вот. Мы день включим. Будем строиться. Выстраиваться, в общем, дальше. Дальше мы строим, строим, строим. И построим что-нибудь. Так. Нам нужно будет красная... Красная, красная кровь. Нет. Шутка. Нам нужно будет... Красный факел. Обязательно. И подключаем красный факел. Итак. У нас он закрылся. Замечательно. Тут мы... Ой, тут мы заделываем. Тут мы все сразу заделываем. Прямо вот, красивенько, чтобы было бы у нас. Типа так. Все это дело вот, заделали. Вот. Так. Так, заделали все. Ич. Так, отличненько. И теперь что самое главное нам? Так, так, так. Нам нужно будет... Нам нужно будет... рельс с датчиком. Рельс с датчиком обязательно нам нужно будет. На нем гадл. Титан, дрилс на нем. Естественно, на нем. Становится дрилс. Итак, нам нужно... Так будет... Так. Так, не смешно будет. Я просто сейчас очень занят. Так. Сейчас мы что построим? Тут. Так. Так, 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 так. Тут все это дело выстраиваем. Прямо... Дурашлёп. Дурашлёп, точно. Так, окей, сейчас посмотрим. Так, вагонетку нам нужно будет. Ой, так что нам ещё нужно? Так, это нам не нужно будет. Сейчас посмотрим. Ага. Все нормально идет. Он идет. Это очень хорошо. Так. Значит, мы ставим сюда у нас кирпичик. Сюда мы ставим. Ой. Сюда мы ставим это. И проводим. Ой, неправильно сделал. Так вот, вокруг, 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 вокруг. Типа, так. О, но... работает. Я сказал, опа. Пытайся. Ой, я снес все, снес, снес, сломал. Итак, мы строим вот это вот.
Значит, сюда ставим вот эту, и он открывается. И закрывается. Отлично. Это только с одной стороны. Отлично, он честно типа играет. Да ну его, своего честного. Так, так двери открываются, двери закрываются. Отлично. То есть мы с одной стороны сделали, тебе со второй стороны то же самое, и ты иди прочь. Заразина, я сказал. Допустим, мы сделали что-нибудь, такой туннель, типа туннель куда-нибудь. Я не знаю, в какое место туннель. Ой. Отстань от меня. Педик-медведик. Ты годик спела? Какой я честный играю? Я не честный играю, я не честный человек. Так. Итак, с вами Размит Ферзир. Итак, мы сделали такой туннельчик. Туда-сюда ходим прямо по нему. Опа. Так, нам нужен камень. Гравий нам не нужен будет, конечно, он рассыпается. Так, туннель задаешь, мантис. Гравий... Так, туннель задаешь, мантис. Так, гравий рассыпается, нам нужно будет все сделать. Делаем так. Тут мы сделаем... Оп. Вот, не то. Так, нам нужно будет электрические рельсы. Ля-ля-ля. Итак. Здесь мы делаем... Как бы углубление, типа такое. Вот. И здесь мы ставим вот этот... Камушек. Камушек поставили, вот. Здесь мы вагонеточку поставим. Так, мы на вагонеточке проедемся. Сначала в одну сторону до своего бункера. И... Это я катаюсь на вагонетке. Вот. И в обратную сторону мы в дверь впираемся, конечно. Итак, чтобы нам дверь открывалась с двух сторон, нам нужно будет... Так, опять рельсы с датчиком. Да, нагайся. Итак, рельсы с датчиком. И подведем его... А, ты не паша вета, окей. Сюда. Я, да. Эй, да. Ой. Луга. Я что-то не уверен в его... Вот именно, все работает. Все работает. Все работает, наш механизм работает. И теперь мы можем спокойно, сейчас мы продемонстрируем все это дело. Сейчас мы все это дело продемонстрируем. Итак, так, садимся на вагонетку. Эй! Пип-пип! Эдгар! Так, мы едем по одну сторону до бункера. От бункера Адольфа. И возвращаемся обратно. Ой. Открывается дверь. До стены. Дверь открывается. Ой, и мы застряли, кажется. Только кнопка. А, я застрял. Позабыл. Самое главное, я позабыл сделать. Ой. Самое главное, я позабыл сделать. Почти что все сделал, кроме, как всегда. Как всегда, чё. Так, нам нужно будет. Так, чтобы не застревать в этих. Вот так. Правильно. Так, мы сделаем так. О, правильно. Теперь правильно. Мы точно не будем застревать в данном месте. И мы поставим, конечно, стеночку здесь. Так. Итак. Тут вагонеточка. Вот. Двери открылись. Двери закрылись. Да, вот. Поделим
Pademonstrē vēlreiz to, ko tu teici. Pademonstrē. Ešte raz. Ešte tipa palūčīvs. What? Nē, braucien. Tup un apakaļ. Ladā, iedem. Ладно, продемонстрируем еще раз. Я снимаю. Стой. Получилось. Итак, едем в обратную сторону опять. Так, в обратную сторону. Так. Вот что-то у меня вон завис. Ну что, ты спрячешься? В общем, так. Это наш... механизм. Нам нужно было только redstone факел, потом энергорельсы, потом рельсы с датчиком, конечно, сама вагонетка, redstone пыль много, конечно. Вот и все. Ладно, сейчас мы будем... Сейчас мы пойдём за Эдгаром, сейчас. Сейчас мы... Сейчас. Так, я мусор, где? Так, сейчас будет день. Так, день, нам нужен день. Окей, сейчас будет день вам. Вам нужен день, сейчас. Будет вам день. Быть? Давай, двигайся, вагонетка. О, швагонетка. Я уже успел. Так, швагонетку сейчас мы... На швагонетке... Эй. Мы куда едем на швагонетке? А ладно, сейчас едем обратно. На швагонетке. Так, ш... Опа. Так. Сейчас мы снимем глаза. Глаза снимем. Опа. Очки сняли. И куда идти? Да. Куда идти? Atrod man, а где он? Tikai es tev parādīšos tur līdās. Es esmu pie tavu... Rekur, otrā pusē. Pie tavu izdru... bunkura. Wow, ka bunkura! Čo jā... Tas maziņais ir bunkuris. A visā izgudrojuma. Es esmu visu izgudrojuma. Ko tu tikko kā taisīji. Da, ladna. O! Da? Tā, idžom. Ok, idžom. Ok, idžom. Ja netiksim izmantošiem lidošiem. Es apmaldīšos. Tu lido, lai... Ar šeit slūči, tu pastarojam darogu. Aha. Kakai darogu? Tak. Pakā šo priamo ići. Taisnī iet, Edgar. Labi, lidojam. Lūdžu lītāt. Vai arī latviski runāt? Labāk, lidojam. Tad zināsim, kur ies. Ā, tu taisnēji. Taisnē, jā. Tad tu zu upīt izies. Itāk, mēs tūt pastrojam. Tā. Žogu. Tēk. Железную дорогу мы построим. Так. Ах, железная дорога. Так, сейчас мы... Так. Так. Бункер. Бункер Адольфа. Сейчас мы... Так. Прямо идем прямо. Сейчас мы тут все это раз... Так, нам нужно будет... Много камня. Так. Так. Так.
Я тут родился. Так, камень. Es jau daļu to nofotografu, nofilmēju, man tas būs jau uzliekts uz 18 plus. Да, ну, сейчас построим, сейчас построим что-нибудь. Посмотрим, что он там построил такое. 18+. Так, где Эдгар? Ну, Эдгар, кур ты эси? Где ты? Так я изей, кур ты эси. Та эси, он так по лаби. Направо? И где? Reku. Redz to. Tikai es tuvojos. Reku, es lejā. Kas ir, es lejā un pa labi lejā. Nē, ot. Tagad pa labi. Pa kreisi. I čo? Reku. Es tikko kā uzlidoju. Tak. Какао-то-то. Хрю-хрю. Свинья, ты видишь, где там он? Хрю-хрю. Да чё ты бежишь от меня? Свинья гоняет. Ладно. Ладненько. Сейчас мы тут достроим, в общем. Тут построим камень, в общем. Так. Всё. А куда это? Около Пиупес? Около реки, конечно. Да. Если это можно река назвать. А, ералти. Какой-то странный. Прекурация. О, здорово, куда идти? Курьер. Здорово. На тебе. Торчу. В морду. Идем, куда идти? Куда я плыву? Окей. Турку распел. Да, я понимаю. Где ты? Ну, идем. Поехали. Ну ладно, пролетим. И чё? Ой-ой, как он тпшнулся. И чё? Узазбрелся. Ну ладно, если я он узазбрелся. Окей. И ничего тут нету. И? Ну ладно, если я... Ой, я побежу. Нет, это разница. И чё такое-то? Я не понимаю, это что такое? Ну, кирпичик какой-то. Кирпичики, в общем. Тут непонятно. Тут подлинче надо только вот эту вот штучку. Иначе непонятно ничего. Ну и тут это, чуть-чуть тоже такую, типа вот так. Типа вот так вот. Типа так вот, типа, да? И тут типа такие, вот так вот ноги. Тут вот так вот ноги, типа. Так вот, типа, ноги. Я думал, это сосиска. Вот так вот, типа, ноги здесь. Вот тут, а тут голова, типа, так вот. Вот, типа, голова тут. Вообще непонятно, что. Я не могу, это что такое за хрень? Ладно, все, я побежал на свою ферму. Так, а где мне... А, вот, все. Ну, палец мой. Я сам разрушаю, пошел. Поехал, точнее, у меня тут вагонетка ждет. Так, где у меня тут вагонетка? Вот, вагонеточка. Поехали, ну, поехали. Вперед. Да не в ту сторону, собака ты. Крещённая. Вперед. Вот. Конечно, застряли. Тут я даже руку не построил до конца. Молодец. Да, пожалуйста, за идею. Мне идей много. Так. Так, кажется, мы... Так, здесь мы построим... Так, мы тут построим еще у нас камешек. Тут мы построим. Так, непонятненько. Чего-то непонятного. Что-то тут непонятно. Окей, тогда мы вниз строим все это дело. Вниз. Ой.
Ух ты. Так, 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 нам нужно будет это самое и построим. Так, вниз. Так, здесь мы будем. Так. Так, это мы еще ниже построим. Так, сейчас мы. Даже я знаю, что буду строить. Так. Так, 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 здесь мы. Так, спуск такой крутой. Здесь мы ровненько, ровненько. Ровненько. Так. Здесь мы типа таким заборчиком. Так. Заборчиком. Типа так. Заборчиком. Так. Заборчиком. Ой. Так, тут мы тоже. Так. Ой. Так, здесь мы. Так. Так, мы тут все соединяем. Ой-ой, хайды, так. Все соединили. Так. Так, тут будет у нас поворот на. Так, день мне нужен. Да будет день, сказал Лахмед. Так. Да, пожалуйста. Я ведь читер. Так, что можно. Так, сюда мы все это дело соединяем. Соединяем все это дело. Так, 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 так. Здесь мы строим. Ай, все разрушил опять. Так, это нам нужен поворот сюда. Это нам нужен будет наверх проход. Так, дабл вэм, где тут? Вот он, кнопка. Так, это наверх у нас, подъем, подъем наверх. Так, мы в горы идем. Так, 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 так. А, вы не можете YouTube, я питал, а YouTube с ума на YouTube с канала, она урезает, что расту. Ну да, вот раз тоже надо будет когда-нибудь пройти игру. Тоже когда-нибудь, тоже мы вдвоем сыграем. А вот сегодня тоже? Не, сегодня уже не получится у нас. Сегодня уже... Уже скоро... Скоро 9 часов уже. Да, уже 9. Так что мне надо завершать уже летсплей. Этот самый... В общем-то... И некоторых людей уже не спрашивали. Чтобы что тут гавкали у меня по духам в моем летсплее. Так что... Вот так. Мы здесь строим... Так, тут как бы будет у нас в ту сторону проходить. И тут надо вот такой, как бы... Надо подумать. Как бы... Да, тут да, надо... Как бы... Оп. Так. Ой-ой-ой. Снесли все, это не получится. Так. Так. Теперь он будет еще в ту сторону двигаться. Так, а мне надо, чтобы он в ту все время. Сейчас подумаем, как бы это все сделать бы получше бы. Так, переключатель нам нужен. Переключатель, то есть. Да, да. Здесь переключатель поставим. Обязательно. Так. Так, переключатель, вот. Он должен вроде бы сейчас нормально идти. То есть отсюда он идти прямо идет. Так, оттуда он должен идти направо, то есть. Так, он здесь идти направо. Так, направо. Все правильно. Так. Отсюда он опять сюда пойдет. Отсюда он не пойдет. Хо-хо-хо. Так, надо подумать. Надо подумать. Нет. Пом-пом-пом. Надо подумать, 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 как бы это сделать бы. Хитро так. Он идет прямо. Идет в ту сторону. Он идет сейчас сюда. Поворачивает направо. Направо. А сейчас он должен прямо идти. Все придумал. Все придумал. Придумал. Тут ставим.
Вот что ставим. Кассир! Ой-ой-ой. Не кассир, а кондуктор. На арену. То есть, здесь он. То есть, так. И поворачивает направо. Так он идет сюда, сюда, сюда. Так, надо подумать. Тут снимаем, допустим, ой. Так. Ага, он в ту сторону повернул, отлично. Здесь надо поставить... Так, посмотрим. Ага, направо он поворачивает. Ой. Так, он идет сейчас направо, то есть едет сюда, поворачивает направо, с той стороны едет сюда и поворачивает. Да. Налево. Ага. А с той стороны получается как? С той стороны он идет и опять налево. Нет. Здесь надо прямо, чтобы он шел. Так. Как бы. В общем, не знаю. Даже сейчас подумаем. Надо подумать. Надо подумать. В общем, я смонтирую это видео, в общем, и подумаю, в общем, как тут получше этот механизм, чтобы он в три стороны как бы, то есть шел бы в эту сторону, отсюда идет в эту сторону, и сейчас он сейчас куда идет? Смотрим. Не в ту сторону опять он идет. Ну, было... Он как бы в ту сторону, отсюда надо, чтобы он шел бы... Сейчас бы он, надо, чтобы он прямо шел бы сейчас. Так, эти два прямо ушли. В общем, ладно. Итак. С вами был Радмит Фирзир.